важно, что у них ни квартиры, ни машины. Главное не врать. А ты хочешь поверил? Ты хочешь поверить? Здравствуйте. Надо ходить. Вот ты дашься, опять я понимаю, за ним ходит. А хоть за ним только один, а ты как баба. Здравствуйте, я Ольга Будова, и это телепроект «Дом 2», где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера гнев клубничка допутал в двух соснах. С Оксаной Ряской ему весело, а новенькая Алина ему симпатична, как девушка. Не закончится ли этот выбор, как в поговорке о двух зайцах, за которыми погонишься и ни одного не поймаешь? Увидим сегодня. Наступил 3135-й день нашей телестройки. Катя Токарева и Юрий Слободян после череды конфликтов наладили отношения и сразу решили переехать в город. Правда, еще не определились с выбором жилья. Новенькая участница Алина Алексеева, как в Глебу Клубнике, сейчас обижается на парня из-за его метаний между ней и Оксаной Рязко. Единственный, кто отвлекает Алину от грустных мыслей, это Леша Самсонов, который завладел ее вниманием. Глеба это сильно огорчает, и даже приезд Алины вместе с жителями Поляны в город и ее попытка поговорить не вызывает у него восторга. Дай денежки, дай.